Сегодня мы с вами разберем такой вопрос, с моей точки зрения, важный, чтобы результат нашего семинара прошлого не повис в воздухе. То есть мы с вами на прошлом семинаре нашли аномальные размерности операторов 302, да, посмотрели, что для четного числа индексов у нас происходит смешивание операторное. Фермионного оператора и глионного оператора, да, нашли аномальную матрицу аномальных размерностей, точнее, мы один матричный элемент нашли, но поверили, что остальные матричные элементы будут с точностью до четверки пропорциональны коэффициентам той матрицы, и мы ее нашли для уравнения Деглов, да, для секретной пары уравнений Деглов. И что это значит? Это значит, что наши операторы 302 каким-то образом связаны с поведением по фу квадрат структурных функций, правильно? F1 и F2. У нас есть две структурных функции, в неполяризованном случае, это у меня глубоко неупругное рассеяние неполяризованного протона на электроне, да? У нас есть две структурных функции, получается, что из уравнения Деглав мы получили решение на моменты этих структурных функций, на их зависимости от квадрата. И в эту зависимость от квадрата входят фактически наши аномальные размерности. Но вот давайте сегодня такой несколько теоретический у нас будет фактически обзор того, как так получилось, да, почему так вышло, что операторы 302 и моменты ядер уравнения Торелли-Борези связаны между собой просто пропорциональным образом, четверка. Ну а давайте заодно как бы, мы вспомним некие ключевые моменты глубокого кругового рассеяния, которые вы должны знать сами по себе. Кстати, та задачка, которую мы с вами рассмотрели, то есть нахождение аномальной размерности, она аналогична вашей шестой задаче вашего задания, поэтому вы ее можете смело уже делать. Кроме того, она разобрана в том параграфе, который я вам настоятельно рекомендовал прочитать, параграф 18.5 списка. Да? Я вам еще раз советую его внимательно прочитать, да, потому что это важный параграф, и там заодно разобрана ваша, да, ваша задача. То есть вам нужно восстановить просто промежуточные выкладки, да, а всю идеологическую составляющую мы с вами уже на семинаре практически поработали. Ну давайте немного вспомним. То есть у нас есть какое-нибудь другое рассеяние, да, есть электрон, К, F' и протон. Да? Протон. Минус протона У. Сюда посадим У, который есть в камере F'. И мы рассматриваем, то есть это у нас глубоко неупругое рассеяние. Глубоко неупругое рассеяние. В каком смысле оно глубоко неупругое? Давайте вспомним. То есть у нас есть некоторый набор переменных, да, мы вводим. То есть, во-первых, Q в квадрате. Он у нас в канале рассеяния отрицательный, да, и мы величину со знаком минус Q в квадрате называем большой Q в квадрате. Это большое число, да, оно у нас, мы считаем большим, да, бесконечностью. Поэтому и глубоко неупругое. У нас в единицах. Нет, еще не все. То есть здесь не один большой параметр, да? Не один большой параметр. Мы вводим еще параметр ню, который есть. Который есть Q поделить на n. Q поделить на n. Смысл этого ню какой? Это в системе покоя протона, там где у протона 4 вектор m0,0,0. Да? M это m большой, это протонная масса. Это что такое будет? Ню.
этого фотона виртуального. Все. Смысл не это равенство, а частота виртуального фотона в системе, где протон покоится. Да? Этот параметр мы тоже предполагаем стремящимся к бесконечности, но таким образом, чтобы безразмерное отношение этих параметров, а именно и в квадрате на 2 по Q. На 2 по Q. Да? Или что то же самое в квадрате. Вот что такое? На 2 mu. Чтобы вот это отношение, которое мы называем x, оно было фиксировано. Да? То есть x это фиксированная величина, а как нетрудно видеть, каналь рассеяния от 0 до 1, да, да? Вот это сейчас видим. А q квадрат и ню к бесконечности стремятся. Да? То есть вот такой вот глубоко неупругий предел. Но еще для удобства будет параметр y. Параметр y, который есть по q на ПК. Сейчас сложу. И в системе отсчета, где потом находится, это что такое будет? Это будет нулевая компонента Q, которая есть просто энергия, минус энергия штрихованная. Да? То есть это есть лабораторная система отсчета. Система отсчета это есть E минус E штрих делить на E, правильно? Где E это энергия начального электрона, E штрих это энергия конечного электрона. Вот у нас есть с вами конечный электрон, да, и некая адронная система X, которая у нас образовалась в результате развала протона. Да. Вот давайте последовательно сейчас просто вспомним основные формулы глубоко неупругого рассеяния, и конечной целью нашего рассмотрения это будет вывести связь между операторами 302 и моментами структурной функции. Да? То есть чтобы то, что мы с вами делали, не повисло в воздухе, имело физический смысл. Да? Вот давайте по пунктам это сделаем. Первый пункт. У нас адронный тензор. Адронный тензор. Элемент вот этого процесса напишем еще само по себе полезно, да? Как он выглядит? У меня здесь фотон же, вот это обычный фотон, правильно? Поэтому вот эта вершина, да и вот эта вершина фактически возникает из лагранжиана электродинамического, правильно? Электродинамического лагранжиана. Здесь у меня будет два раза минус и где в этой вершине и в этой вершине, да? Дальше у меня двигаюсь против электронной линии будет U' γμ, да? U' это от К', да? От К, да? Это у меня вот этот ток, дальше пропагатор фотона. И это во втором порядке теории возмущения возникает матричный элемент от обычного электромагнитного тока по адронным состояниям, где в конце у вас система X, в начале система, состоящая из протона. Да? То есть у меня есть адронный ток электромагнитный, который есть просто сумма по всем маркам. Это есть некий оператор, да, оператор G огромная, G, X. Вот такой оператор.
там, который спустился к нам из инкандженной электродинамики, правильно? То есть обычное взаимодействие этого тока с фотоном, да? Вот этот ток взаимодействует с фотоном, а здесь матричный элемент возникает, где вначале у нас был протон, потому что с буквой «Ой» не путайте его импульса, я его «H» назначать «Хадрон». А в конце огромная система X какая-то. Но может быть много адронов, да? Не один адрон, а много адронов. Ну. То есть вот такой оператор, да, который по электродинамическому порядку, значит, у нас второй порядок, да, теории возмущения, а по сильному взаимодействию здесь мы должны как бы смотреть все порядки теории возмущения. То есть вот здесь вот входящие сюда операторы, это в этом смысле гейзенбергские кварковые поля с точки зрения лагранжиана сильных взаимодействий. Да? Вот. А почему он берется в нуле? Потому что вся зависимость от x, да, она ушла в Фурье образы. Когда вы взяли матричный элемент, у вас возникли экспоненты соответствующие. Эти экспоненты вы проинтегрировали, и получилась 2π в четвертой дельта-функция закона сохранения энергии. Правильно? А в матричном элементе мы эту дельта-функцию пускаем. Она у нас в S-матрице есть, а для ФИМ ее нету, да? Правильно? Вот, отлично. Значит, что мы дальше делаем? Дальше давайте будем смотреть полностью инклюзивное сечение. Инклюзивное сечение. Что имеется в виду? Имеется в виду, что мы будем посводить этот матричный элемент по модулю в квадрате и суммировать по всем возможным состояниям x. Да? То есть смотрим полное сечение развала протона при глубоком кругом рассеяния. То есть это существенно упрощает нам нашу жизнь. Да? Тогда это сечение инклюзивное, ну, не знаю, давайте я чтобы подчеркнуть, что оно полностью инклюзивное, его есть индексом total, да? Оно еще остается дифференциальным по электрону, вот этому конечному электрону. И как оно у нас записывается? Давайте запишем. Это есть E в четвертой, квадрат вот этой величины. Да? А факт пропагатор мне дает U квадрат в квадрате. Да? U квадрат в квадрате. Дальше возведение вот этой штуки. Если я матричный элемент на себя умножаю, что мне дает? Как мне дает? Матрица полностью электронная. Да, это будет некий след, да, ну, усредняющий там 1/2 популяризация, да, если мы если не суммируем, то просто берем матрицу полностью этого состояния, да. Это называется лептонным тензором, да. То есть вот эта штука, когда вы ее в квадрат обводите, в матричный элемент возведения в квадрат, да, получается лептонный тензор, да, вот mu. А вот этой штуки у нас возникает то, что называют адронным тензором, дубольвой минимум. Дубольвой минимум. Есть еще потоковый фактор, да, в сечении, там что, 1/4 единица на 4i, да, и вариант Мейлера. И вот здесь это просто P на K, да. Вот это 4pm, оно в определении адронного тензора сидит. Это вопрос удобства. Да? Просто я еще не написал, что такое W, поэтому сейчас объясню. W меню по определению. Я говорю, что это есть единица на 4pm. Удобно ее выносить, чтобы в дальнейшем относительно простые выражения получались, да? Почему? Сумма по всем состояниям x, то есть сумма по дискретным квантовым числам, интегрирование с инвариантной мерой, по импульсам, да? Вот еще раз, да? Сейчас интегрирую, напишу. То есть это как произведение по всем конечным состояниям d3 на 2π в кубе, 2π, да? Произведение по всем частицам импульсом конечной системы x, да, вот такая штука.
Дальше идет квадрат маточного элемента вот этого, да? То есть это что такое? Это есть огромный ток, G минус огромное нуле, система X, огромный ток, внутри H. И у меня есть еще в сечении инвариантный фазовый объем. Да? Вот этот его первый кусок фазового объема, а есть еще 2 π 4 дельта функция, правильно? Ну, общее выражение для сечения какое? То есть квадрат маточного элемента поделить на 4 инварианта Меллера. Да? Вот, это будет 4 πk. 4 πk. Да? И на инвариантный объем конечного состояния. Инвариантный объем системы X я уже почти написал, а инвариантный объем электрона еще не написал. То есть инвариантный объем электрона будет 2-3 простых. Вот смотрите, по электрону. Ой, я говорю, прошу прощения. Я уже сюда хотел написать. Да? 3 простых, 2 рисунки, 2 рисунки. Он в дифференциальном сечении. Да? И все, что зависит от адронов, оно ушло в адронный тензор. И я еще нарисовал 2 плюс 4 дельта функции. Да? Вот она, 2 плюс 4. Дельта функция четырехмерная. Какая у меня дельта функция? У меня втек импульс P, втек импульс U и вытек суммарный импульс системы X. Правильно? То есть будет P плюс Q минус X. P плюс Q. Это функция P плюс Q минус суммарный импульс системы X. Да? То есть вот наше полное сечение такое. Дельта функция, она ушла в адронный тензор. То есть наш адронный тензор, он в этом смысле зависит внешним образом от Q квадрата и от PQ. Да? PQ. То есть он зависит от чего? Он зависит от PQ и от Q квадрата. То есть зависит от, можно сказать, что он зависит от Q квадрата и от X. Да? От Q квадрата и от X. Да, величина зависит от Q квадрата и от X. Вот. А адронный тензор, вот он такой красивый. Что с ним дальше делать? Дальше как его преобразуют? Значит, говорят, вот хотелось бы по вот этой полной системе X просуммировать, да? Да. Что мешает? Она полная. Нет, она полная. У меня это полная адронная система. Полностью инклюзивное сечение. Да. Ну, формально, да. Вот что мешает? Вот здесь вот. Что под этой суммой мешает по X просуммировать? Независимая длина от X сидит. Она вот здесь сидит, да? Вот здесь она сидит. Она сидит вот в этой квартире в четвертой, я ее отдельно внесу. Квартире в четвертой дельта функции, правильно? Вот здесь вот. Ну как делать? Говорят, что давайте напишем это как интеграл по dz от e в степени и z на что? P плюс Q минус P от X. Вот так вот, да? А дальше смотрите, есть вот этот импульс и вот этот импульс, да? И вот этот матричный элемент. Вот этот матричный элемент. Вот я могу что сделать? Я могу вспомнить, как у меня ток в нуле связан с током в точке X, да? Вот как они связаны? Ток адронной точки X, это есть ток, это оператор, да, вторично квантованный оператор, то есть здесь кварковые поля, все дела. Адронный ток в нуле умножить на слева и справа на какие операторы? Как оператор в точке X связать с оператором в точке 0? В зависимости от X, трансляционная эта эволюция всегда чем определяется? Ну какую экспонент правильно? Представляете, E в степени I, что мне стоит? Соответственно, PX. PX. E в степени минус P, PX.
Где P это что такое? Оператор импульс. Оператор импульс, как он выглядит? Ну как? Идемю. Нет, не выглядит он как идемю. Это идемю это оператор импульса в обычных скалярных функциях. Здесь у вас вторично квантованные операторы, да? Это полный вторично квантованный импульс. То есть это ноль, что такое? Это ноль мютая компонента тензора энергии импульса. Да? То есть это полевой оператор. Он сложно выглядит, в него входят поля, кварки и так далее. Да? То есть это не просто производная двигателя. Правильно? То есть это довольно такой нетривиальный метод преобразования. Правильно? Вот. Если я вот так вот сделаю, вот так вот напишу, то фактически у меня два вот этих импульса, они уйдут, вот эти два импульса, уйдут в действие этой экспоненты и вот этой экспоненты, соответственно, на адронное состояние, подействовав на адронное состояние, он дает импульс адронного состояния, да? И на конечное состояние адронное x, подействовав вот эта экспонента, на вот это состояние дает минус Px, правильно? То есть в этом состоит трюк некий, да? В результате этого преобразования что у нас получается? У нас получается, что наш адронный тензор сводится к чему? К преобразованию Фурье, да? То есть будет вот этот интеграл Фурье стоять. Чего? Вот после того, как мы дельта-функцию съели с вами, дальше мы можем по всей системе x просуммировать, правильно? Вот это становится единичным оператором просто. Не только дельта-функцию съели, вы еще импульсы. А? Все импульсы съели, вот дельта-функции нет больше. Да? И по x можно просуммировать, правильно? По x просуммировать. И записывают это в таком виде. Это есть h, да? А здесь напишу вот так вот. Тоже сразу помню некую военную хитрость. Да? GH new от x оператор. GH new от нуля. Да? Где я написал коммутатор. Правильно? Коммутатор. Коммутатор у меня два слагаемых. Есть первое слагаемое, которая возникает как раз после вот этой процедуры, да, оно выглядит как gnu от x на gnu от нуля, да. Есть второе слагаемое, оно наоборот выглядит, да. Вот смотрите, как оно выглядит. Вот здесь вот зависимость от x появляется, правильно? Теперь назад все раскручиваем, какое второе слагаемое даст. Вот если есть второе слагаемое, которое есть gnu от нуля, x от ром gnu от x, оно даст e в степени i, да? Только не x, а я здесь буквой z обозначал, да? При образовании Фурье у меня по z идет, не по x. X у меня уже забито для чего-то. И z, да, здесь будет p от x плюс, здесь отрон, плюс p, правильно? То есть вот этот оператор, если я его напишу, он мне даст в результате, при интегрировании по z, он мне даст 2π в четвертой на дельта функцию чего? U плюс p плюс p от x. P от x, правильно? Нет, везде плюс. Нет, где-то минус, пардон. Где-то минус. Вот теперь p минус надо поставить. Вот так вот, да? Как ничего. Минус подействовал на вот эту отсладку, дал ее импульс. Ее импульс это p. P минус, да, правильно. Минус. Вот так. И видно, что вот эта дельта-функция, то есть второй член,
в нашей конкретной кинематике, да, она не работает. Где нет? Почему? Мы промахиваемся. Где мы промахиваемся? Где это видно? У нас ню, да, то есть фактически нулевая компонента вот этого У. Если мы перейдем в систему покоя протона, да, у меня здесь стоит ню, да, плюс здоровая энергия, вот это положительное, минус какое-то М, которое в бесконечности не стремится, в отличие от ню. Правильно? То есть нулевая компонента для этой функции, ее, она никогда не работает. Правильно? Поэтому второй член в коммутаторе в нашей кинематике, он несущественный оказывается. Правильно? Поэтому можно написать коммутатор. Да? А почему коммутатор удобнее, чем просто произведение двух токов? Нет, ответ тут еще далеко. У вас будет 4 пункта, это только первый. Дело в том, что коммутатор, он оператор, это склад квантовой механики, он в себе содержит некую дополнительную информацию. Скорость от времени оператора. Об измеримости. Об измеримости, одновременной измеримости. Если у вас, эти два оператора разнесены точкой Z, да, четырехвектором Z, который пространственно подобен. То есть есть такая система отчета, где одновременно происходят эти два события, да, в разных точках пространства времени, то коммутатор будет чему равен? Нулю. Причинность должна нарушаться. Он нулю равен для пространственно подобных точек. Да? То есть коммутатор отличен от нуля только для времени подобных z. Да? То есть у меня z квадрат должен быть больше нуля. Правильно? Z квадрат больше нуля. А с другой стороны, z квадрат это что такое? Это есть z0 в квадрате, минус z3 в квадрате, я так напишу, минус z поперечное в квадрате. Так напишу, да? Видно, что это меньше, это же положительное число, да? Меньше, чем z0 минус z3, да? Я z0 минус z3, вот так напишу. z0 минус z3, z0 плюс z3. Ну да, к чему это я пишу это все? Для чего это надо? Лекция, понимаете? Наше глубоко неупругое рассеяние в конечном счете к чему сводится? К тому, что мы этот коммутатор рассматриваем при каких z квадратах? По идее, должно быть очень большое расстояние. Глубоко неупругое это на малых расстояниях. Ну, да. Ну и соответственно, по идее, координаты часть маленькая. Не координаты. Какая координата? Почему она вообще всякая часть маленькая? Нет, не всякая часть маленькая. Все части маленькие в аннигиляции. Плюс и минус аннигиляции. Поперечная часть мы не считаем. Поперечная часть мы сейчас увидим. Она уже не важна, да, когда этот край написал. Вот, когда вот эта штука стремится к нулю. То есть оказывается, для коммутатора важна область, когда z квадрат стремится к нулю. То есть, грубо говоря, когда у вас кинематика глубоко неупругого рассеяния, да, то есть вот это У вас отвечает глубоко неупругому рассеянию, то ваше глубоко неупругое рассеяние отвечает тому, что вы смотрите этот коммутатор на световом конусе, то есть когда z квадрат стремится к нулю. Да? Это помните с лекции такое? Да? Вы просто помните, выходите к доске и быстренько получаете. Вот так получается. Не знаю. Давайте вместе думать так. А вот смотрите, есть вот такая экспонента, да? Когда Фурье образ от чего-то отличен от нуля, при каких значениях QZ? Вот если QZ, скажем, очень большое число, да? Вы интегрируете по Z, и чуть-чуть изменили Z, и оно сильно много раз просциллировало.
то вклад будет маленький, правильно? От таких Q, при которых вот это QZ сильно осциллирует, вклад маленький, правильно? То есть главный вклад будет от области, главный вклад в коммутатор, который определяет значение этого коммутатора, от области QZ порядка единицы, правильно? Все в порядке? Да. Ну, вот теорема Ридинга-Ридбега, да, и если у нас этот параметр бесконечности стремится, то интеграл Фурье получится, да. Ну, давайте поглядим. Так, вот у меня есть четырехвектор Q, да? Вот я его могу записать так. Q здесь, в некоторой системе отчета, я его могу записать так. Где у меня здесь вот есть только нулевая и третья компонента, да? Нулевая и третья компонента. Это вектор. А, допустим, я рассматриваю систему отчета, систему покоя моего протона, да? В этой системе Q0 чего равно нулевая компонента? Просто ню, правильно? Ню. А третья компонента чему равна? Q в квадрате должен быть равен Q в квадрате. Q в квадрате должен быть равен минус Q большого в квадрате, да? То есть чему равна? А, здесь плюс. Q в квадрате минус ню в квадрате. Так получается. Угу. Ну, в квадрате он должен быть будет корень некий. Слышал, да, допустим, да? Сейчас зайдем в квадрат, я сам могу суммировать. Ну, а получается, ну вот эта штука там считается будет. Минус Q в квадрате получится. Как минус Q? А, да, сейчас. Мы читаем, мы должны Q в квадрате должен получиться раз в минус Q в квадрате. Нет, ну мы взяли вот, сейчас разделим на все. Угу. Подходит. Да, подходит. Угу. Ну, хорошо. Тогда чему равна? Через x выразить. Через x выразить. Нет, нет, смотрите. Мы можем перейти к вот таким переменным. Вот эту переменную я обозначу z плюс, а вот эту, скажем, z минус. Z минус это z плюс. Ага. Да? А тогда q плюс у нас как выглядит? Q плюс. Чему равен? Это есть Q0 плюс Q3. Приблизительно чему это равно? Да, 1 делить на Z. Он так не понятно. Процент. Не-не-не. Процент пока забудьте, он пропустил. Это будет 1 делить на Z минус, да? Вот сейчас посмотрим, чему это равно. Вот, посмотрите, он Q. Поставляете его после этого? Да. Да. Знаменатель за чего поставить? Нет, просто это соотношение. Этим соотношением мы воспользуемся. Сейчас успеем. Это ню плюс корень. Ню плюс корень. Если я из-под корня вынесу ню. Пишите аккуратно. Ню квадрат поделить на Q в квадрате. Угу. Ню квадрат, единственный. Плюс один, да, хорошо. Q в квадрате поделить на ню в квадрате. Как это с сексом связано? Вот у меня x фиксированный переменный. Да? Перепишите через x. Через x и ню. Так, есть, мы еще на парад. И масса. На массу нажать, но мы делим. Еще больше квадратов. Вот плюс. Добавляем, да, чтобы мы угу. Вот, отлично. Вот, у нас. Мы помним, что ню у нас параметр безразмерный, да? Нет, размерный наоборот. Если единица к массе, единица к массе, он к бесконечности стремится. Да? То есть, что мы про это можем сказать? Это малость. Мало. Значит, можем разложить, раскладывать.
получается. Получается 2ню, большая величина, плюс малая добавка. Малая добавка, и можно пренебречь. Примерно 2ню, правильно? Примерно 2ню. Угу. Для Q минус пишем выражение. Сразу вот это выражение снизу. Угу. Точно так же перетисываем, такое ответ получится. Вот такое ответ сюда. Угу. Совершенно верно. Вот. А теперь у нас. Было произведение. Ну? Скалярное произведение, если у меня есть Q0 на Z0. Q0. На Z0 плюс минус Q3 на Z3, да? Ну как оно через Z плюс, Z минус? Давайте Z плюс и Z минус перемножим и пойдем. Давайте. Это получается. Зачем мы пишем? Вот это скалярное произведение, чего основное? Вот это скалярное произведение, это фактически в точности до поперечной. До поперечной, да? То есть если я поперечную все обрисую. Как у нас же? Поперечная, поперечная, да? То, ну, как оно через плюсовые компоненты перепишется? Почему плюс? Ой, плюс. И плюс вот 3 на Z плюс. На Z лайки. Угу. Так. Угу. Да, да. Теперь Q минус на Z плюс чего? Первые такие же. А здесь что будет? А здесь наоборот будет, да? Угу. Что мне это? Значит, скалярное произведение, которое у меня стоит, как оно перевести здесь? Ну, вот если мы их сложим, мы поделим пополам. Да, то есть одна вторая, да? Наш интеграл не осциллировал, да? Или, грубо говоря, если мы смотрим основной вклад в этот интеграл, да, то он берется от z, который порядка от z минус, который порядка чего? Ну, чтобы q на z был порядка единицы. Ну, то есть z минус. А
1 делить на q плюс, да? Пишите, чему равно. А z плюс порядка 1 делить на q минус, да? Пишите, чему равно. А, ну мы сразу можем внести все. Примерно. Примерно 1 на 2 ню, а здесь 1 на xn. 1 на xn, да. Угу. Вот так вот. То есть z минус. Соответственно, вот это произведение чему будет равно? Вот это на это. Это что такое? Это наше ограничение на z квадрат. Вот да? Произведение 1 на 2 ню. Еще на... произведение чему равно? 2 ню xn. Ну, x0 можно подставить. 2 ню xn, пишите xn, 2 ню xn, x поставляем. Ну, 2 ему x, 2 ну, x, это q квадрат на ню. То есть у нас вот 2 ему x скрытилось, и осталось только q квадрат. Q квадрат, совершенно верно. А q квадрат у нас такой большой. То есть это стремится к бесконечности, а это стремится к нулю. Да? Да. Вот. То есть мы для чего сознаемся, это говорим, что основной вклад в этот коммутатор будет идти от области, где z квадрат около светового конуса. То есть z квадрат равно нулю. То есть, грубо говоря, нам нужно исследовать в глубоко непрерывном вращении, исследовать наш коммутатор при z на световом конусе. Когда z квадрат близко к нулю. Да? Не покомпонентно z0, z3 близки к нулю, да? А когда z квадрат близко к нулю. То есть могут, эти компоненты могут быть большими. Да? Угу, спасибо. Хорошо. Вот это всем понятно? Этот момент всем полезен? Наш замечательный этот дубль меню от Рома Тензора. Да? Я вот это сотру. Поскольку он построен из электромагнитных токов, для которых у нас есть поперечность, да? Тоже вспомогло, то тензор W меню должен быть каким? Тоже поперечным, правильно? Следовательно, мы можем представить его вот в таком виде. W меню. А вот в случае, если у меня протон не поляризован, то есть я провожу усреднение у протона, то у меня информация о спине протона уже в тензоре потеряна. Да? И тогда есть сколько поперечных структур следует понять? Ну одну можно сразу написать, да, такую. G-меню минус уровень на q в квадрате, да? И на W1, первая структура. Еще можно написать? Еще есть какая-то? Можно, да. Сразу быстро написали, что можно. Ну, только можно. Была вторая. Есть вторая, да? А через... Вторая, смотрите, вторая структура, она строится из... Ага, тут правильно начала говорить. Что такое здесь, посмотрите? Видите, стоит некий вектор поперечный U, да? Составленный из P. У нас же есть информация еще в этой волновой функции, импульс протона, правильно? Такая информация тоже есть. То есть это будет P в меню минус Q минус Q. Вот такой вот вектор, он как... Плохая. Нехорошая. Вот такой вектор, он тоже ортогонален, да? Ортогонален. Примем здесь. Вот смотрите, на кубик. W2, и чтобы они по размерности одинаковые были в W1, обычно на n квадрат здесь делят. Потому что, видите, вот здесь P массовой размерности, здесь массовой размерности нет. Безразмерное G-меню стоит. Да? Вот. То есть в неподализованном случае есть две структуры таких. Да? Если есть спин, то добавляется еще две структуры. Да?
Если у вас глубоко пуга вращения не электрона, а нейтрино, то есть у вас аксиальный ток, то 6 структур появляется. Да? То есть число структур, оно может быть довольно большое. Число поперечных этих структур довольно большое. Вот. В нашем простейшем случае у нас две структуры. Две структуры есть. Вот обычно пишут, что W на M это есть F1. Просто переопределяют эти комбинации. А W2 на M это есть F2. Просто такое переопределение делают. На ней это есть F2. Это просто предназначение, да? Предназначение. Вот. А тогда мы можем, если мы вернемся к нашему дифференциальному сечению, да, то мы можем, в принципе, написать, как оно будет выглядеть через вот эти вот структурные функции F1 и F2. Правильно? Просто подставить вместо адронного тензора, поставить вот все то выражение. Обычно еще вот этот дифференциал, то есть дифференциал импульса конечного электрона, он в себе содержит что? Он в себе содержит дифференциал по энергии, да? То есть то, сколько вы энергии сюда передали. Можно мало передавать, можно много передавать, да? И в зависимости от угла рассеяния, то, насколько конечный электрон отклонился, да, от первоначального направления столкновения. Вот. Вместо угла и энергии можно перейти к переменной x и y. Именно x и просто якобиан посчитав, там, как называется. Вот если это сделать, то дифференциальное сечение записывается таким образом. Просто для справки я напишу. Записывается таким образом. Это есть 2 π альфа в квадрате на m и e, где это энергия начального электрона, да? А в лабораторной системе отчета e это энергия начального электрона в такой системе отчета, в системе покоя протона, да? Дальше идет dx, dy на x квадрат на y квадрат, f1 структурная функция умножается на xy квадрат плюс f2 умножается на 1 минус y минус xy пополам m на e. Вот такое выражение. После алгебраических преобразований, да, вычисления вот этого дифференциала и подстановки вместо дифференциальной структуры, мы получим вот такое сечение. Да. Теперь маленькое замечание о протонной модели. Протонная модель. Что такое протонная модель? У нас протон состоит из... Да, то есть мы еще говорим, что пусть наш протон состоит из невзаимодействующих фотонов, кварков, да? И эти кварки рассеиваются на нашем виртуальном фотоне. Да? То есть фактически вот эту диаграмму мы заменяем на диаграмму замечания фотонной модели. Фотонная модель, да? А наш виртуальный фотон рассеивается на фотоне, который несет некую долю си импульса начального протона P. Да? А здесь по штриху. На глионе может, но только после того, как глион перейдет в парк антикварковый пар. Да? Все взаимодействие с глионами осуществляется через вот, рождение пара. Что там не зря. Угу. И можно что сделать? Можно взять вот это выражение, да? Взять вот это, просто взять вот эту амплитуду и посчитать адронный ток, адронный тензор. Да? Адронный тензор.
Просто вместо каждого тока, вместо каждого тока поставить обычное выражение, вот, ток огромный, заменить на... Будет обычный электронный ток, да. И в случае, если мы говорим, что портон, если мой портон со спином 1/2, да, то я его заменяю на нечто плюс чертой, это CP, да, гамма мю, у от 103. Наоборот. Он еще, наверное, не реализован. Это штрих, а здесь CP. Ну, если мы суммируем по всем поляризациям, да, по идее суммируем. Да. В конечном состоянии по вот этим всем штрих мы суммируем, да, то есть суммируем. То есть портонная модель состоит в чем? В чем смысл портонной модели? Это некое приближение к рассмотрению вот этого коммутатора. Да? Приближение. То есть в портонной модели мы говорим, что ток адронный у нас параметризуется вот таким образом. Давай, если портон со спином 1/2. И легко получить, что W мю. W мю, он будет пропорционален вот такому выражению. Дельта x минус x. То есть, что я хочу сказать этим, что x, наша кинематическая переменная, которую мы здесь видим, да, в портонной модели, она приобретает некий свой внутренний смысл. Это доля импульса, которая сила дельта функции, да? Сила дельта функции — это доля импульса, которая несет в портон. Да? Кроме того, в портонной модели вы все вот эти F1, F2 просто вычисляете. Да? Они просто вычисляются, и оказывается, что в портонной модели, да, у вас есть, да, связь с F2 и F1. F2 чему равно? Это все было на лекции, поэтому я считаю, что это называлось. Нет, не нужно. Вот если у меня портоны со спином 1/2, то у меня F2 равняется 2x F1, да? F1, а F1, F1, у меня есть 1/2 сумма по всем флейворам, которые у меня есть в протоне, да, умножить на функцию распределения, а x умножить на заряд в квадрате такого уравнения, где функция f — это функция моей портонной модели, имеющая смысл вероятности найти портон флейвора f в доле импульса x относительно полного поля. Да? Относительно полного импульса P. То есть вот это результаты портонной модели. Да? То есть еще раз, портонная модель — это некое приближение к рассмотрению вот этого коммутатора. Да? И это приближение состоит в чем? Что мы считаем наши операторы на световом конусе, да, как вы поняли, они уже должны на световом конусе браться, считаем их невзаимодействующими. Вот мы взяли невзаимодействующий ток здесь, правильно? То есть просто, просто бормовское выражение. То есть портонная модель эквивалентна тому, что у нас есть невзаимодействующие поля на световом конусе. Вот такой вывод мы можем сделать. Так, это мы адронный тензор рассмотрели. Да? То есть мы что поняли? Что адронный тензор будет нашей структурной функцией F1 и F2. Это были те величины, на которые мы с вами решали уравнение Дегла. Да? То есть для них мы получали выражение. Почему? Потому что при решении уравнения Дегла мы находили как раз вот эти величины. Да?
находили, как вот эта штука зависит от q квадрата, правильно? Как бортомное распределение зависит от q в квадрате. Там была функция для кварков, для глюонов, да, и для антикварков. Обратите внимание, что в бортомной модели, то есть вот этой приближенной модели, у меня эти функции не зависят от q в квадрате. То есть возникает скейлинг, отсутствие зависимости от q в квадрате, да? Верхний этот скейлинг. Сладкие, помните? Отлично. Значит, мы хотим получить нечто большее, чем бортомная модель, чем этот скейлинг, а именно ухватить зависимость этих функций от q в квадрате. От q в квадрате. Да? Вот для этого давайте двигаться чуть дальше. То есть мы поняли, что основными объектами для нас являются f1 и f2. Да? Из уравнений тепла мы уже знаем для них, как выглядят ответы в зависимости вот этих функций от q в квадрате. Они скрыты к логарифмической зависимости. Да? Отношение альф в какой-то степени. Эта степень это и есть аномальная размерность. Давайте поймем, почему это происходит. Второй пункт. Говорим о тензор термине. Вот, к сожалению, коммутатор вычислять, тем более в разных точках взятых от десимберлинских операторов, это сложное дело. Да? Хотелось бы рассмотреть такой объект, который, во-первых, связан с этим коммутатором, а во-вторых, который можно было бы легко вычислять. Вот для этого давайте рассмотрим амплитуду рассеяния электрона на протоне вперед. То есть вот такую величину. Здесь протон, здесь электрон. Даже немножко неправильно. Амплитуда рассеяния виртуального фотона. Виртуального фотона на протоне. Амплитуда рассеяния вперед. То есть есть глубокий виртуальный фотон, протон. Мы их рассеиваем и смотрим амплитуду рассеяния вперед. Да? Если я знаю эту амплитуду, то как мне из этой амплитуды получить огромный тензор? Что я должен сделать? Огромный тензор, напоминаю, возникал в результате чего? У меня есть один фотон, здесь система X, здесь система X. То есть огромный тензор возникал из квадрирования вот такой левой части диаграммы, правильно? Квадрирование. То есть как эта величина связана с комптоновским рассеянием глубоко виртуального гамма-кварта на протоне? Что такое будет? Ну, оптическая диаграмма, что говорит? Сечение связано с минимой частью. То есть, посмотрите, любое меню фактически это сечение вот этого процесса. Полное сечение. Как связано амплитуда рассеяния вперед с полным сечением? От чего? От амплитуды. То есть удвоенная мнимая часть амплитуды у меня пропорциональна этому сечению. Правильно? То есть, что я хочу сказать? Мы можем рассмотреть некую амплитуду, да? А именно амплитуду вот такого фантоновского рассеяния глубоко виртуального гамма-кварта, вместо того, чтобы рассматривать полное сечение. Да? Воспользовавшись оптической теоремой. Вот давайте эту амплитуду и напишем с вами, как она выглядит. По определению, вот этот тензор термин, это есть пи, сюда пишут 4n, дальше стоит интеграл d4y, есть степени y. А здесь вот вместо того, чтобы писать коммутатор у меня возникал вот в полном сечении при квадрировании, да? А в амплитуде что?
что он может возникать? Там вот, вот это двух токов, правильно? Одного тока и другого тока. А в амплитуде растения фотона что будет? Это тоже второй порядок теории возмущения, правильно? Будет две диаграммы, да? Ну, в простейшем случае, если в Боровском победе вы смотрите, да? Ну, а если не в Боровском, то это что такое будет? Вот каждый фотон, это что такое? Это взаимодействие фотона с током электромагнитным, правильно? Один фотон с одним током, другой фотон с другим током, да? Амплитуда это что такое? Это две произведения от произведения токов будет, правильно? То есть я могу сказать, что вот такая величина, физическое ИТ произведение, здесь наш огромный центр в точке Y, здесь огромный центр в точке 0. Вот такая величина, она будет связана с комптоновской амплитудой рассеяния фотона. Если я ее сверну с векторами поляризации первого и второго фотона, помимо того, да, то это будет с точностью до коэффициента в точности амплитуда рассеяния вперед. Правильно? Согласны? Почему вперед? Видите, у меня есть одно Q осталось. То есть если было это функция вперед, да? Ну, короче, начальный импульс у меня такой же, как. То есть импульс вот этот и этот импульс, они одни и те же, да, у меня? Поэтому в зависимости от куда осталось. Вот. Окей. И тогда вот все вот эти 4m, да, t на 4m, вот эти 4m, их, собственно, пишут для того, чтобы связь была достаточно простая между этими величинами. Вот я знаю, что W-меню, да, это величина пропорциональная этому увеличению, да, должен быть связан с мнимой частью, да, это, то есть это есть две мнимых части, сечение в оптической теореме двойная мнимая часть амплитуды вперед, правильно? Вот здесь вот у меня π нет, здесь вот π есть, да? В определении W-меню есть π еще, единственное 4πm, да? Ну поэтому здесь еще π будет меняться. π будет меняться. Какой импульс? То есть в области, где у меня Q0 положительно, да, у меня появится, есть вот эта мнимая часть, у меня амплитуда имеет эту мнимую часть, есть такая связь. Да? Вот такая связь. Вот. А W-меню, он точно так же представляется через поперечную структуру. Да? То есть будет минус G-меню минус Q-меню в квадрате. Там стоит структура T1. И плюс меню минус. Кстати говоря, вот этот вектор, который здесь стоит, это есть что такое? Из курса с этим можно подобрать. Это просто вектор пропорциональный вектору поляризации какого фотона? Виртуального какого? Есть, у нас есть временные и продольные. Вот это какой?
продольную, да? Вектор пропорциональной продольной поляризации в лоренцовской корректировке. Е на Q равно 0, да? У вас там есть только продольные фотоны и перечные, да, в этой корректировке. Но вот это вектор поляризации продольного фотона. Да? Хорошо, то есть мы с вами нашли из оптической теоремы, у нас есть такая связь. Кроме того, у нас есть с вами выражение для D-меню. Который зависит от ню и q в квадрате. Мы можем написать некое выражение, воспользовавшись аналитическими свойствами этой функции. Да? Во-первых, какая она? У меня моя картинка не зависит относительно смены знака 4 плюса q. То есть если я q на минус q поменяю, у меня все то же самое будет. Да? Q на минус q. Да? Тут у меня ноль станет отрицательным, да, но все формулы на фоне круглого вращения те же самые будут. То есть у меня есть симметрия относительно замены ню на минус ню. То есть это четная по ню функция должна быть. Да? Кроме того, как амплитуда рассеивания вперед, она начинает иметь мнимую часть в случае, когда у вас, если здесь течет на песку, в случае, если у вас в промежуточном состоянии может хоть кто-то родиться, правильно? По оптической теореме. Самое минимальное, кто здесь может родиться в этой системе? Ну, фотон у меня безмассовый. Адронная система. То есть система адронная. Если еще один фотон рождается, то еще одна альфа, да? Ну какой-то адрон может родиться, да? В простейшем случае это мой исходный фотон, не разводившийся. То есть на него... Вот у меня летел такой протон, да? И с ним ничего не произошло. То есть, короче, я что хочу сказать, что мнимая часть начинает появляться, когда у вас мнимая часть начинает появляться, когда p плюс q в квадрате больше, чем m в квадрате. Самое минимальное у нас протон в промежуточном состоянии. Да? Это значит, что если вы нарисуете комплексную плоскость вот этой переменной ню, то у вас будет, начиная с какого-то ню, начиная с какого-то ню, у вас будет появиться разрез. Да? С какого ню? Чему это не равно? Поскольку функция четная, то здесь такой же разрез. Вот это число какое? Видите, все наше глубоко неупругое рассеяние, оно сидит вот в этой области, когда наше ню меняется вот здесь, правильно? Чтобы мнимая часть была, да? Чтобы появилась мнимая часть и был дубль в меню, да? Значит, мы в крайнюю точку приходим когда? Когда ню у меня становится такое, что x равен единице. Вот ню вот в это отношение входит, минимальное значение, когда максимальное x, правильно? То есть ню будет q квадрат на 2m. Вот эта точка, это q квадрат на 2m. Q квадрат на 2m. То есть вот в этой области у меня x меньше единички, да? Если я по верхнему берегу на той же берег. А вот здесь вот, если я сижу на вещественной оси, то у меня x больше единицы, да? То есть это не физическая область. То есть вот эта область, по ним, она не физическая, да? А вот эта область физическая. И как раз для нас интересна область физическая глубоко неупругого рассеяния. Правильно? Но мы можем сделать вот такой интересный финт. Мы можем взять какой-нибудь ню в нефизической области и попробовать написать для t теорему Кошы. Да?
Как это будет выглядеть? Это выражение. Это есть единица на 2π интеграл, да, по какому-то контуру, от моей функции поделить на нюшких минус ним до нюшких. Вот таким образом. Правильно? Контур можем растянуть, да, Дальше, в зависимости от того, как себя ведет вот эта функция t до бесконечности, мы должны сказать, нужно нам вычитание или не нужно нам вычитание. Если нужно вычитание, то нужно рассматривать такую аналитическую функцию, для нее писать вот это соотношение, да, из теоремы Каши. То есть, если она на бесконечности недостаточно быстро бывает, то мы делаем ее достаточно быстро бывающей на бесконечности и пишем для нее вот такое соотношение. Да? Но факт в том, что мы можем для этой функции или для функции с вычитанием написать теорему Каши, да, и растянув наш контур, превратить его в вот такой вот бесконечный контур. Такой вот контур, да? И фактически что это будет означать? Это означает, что я мои вот эти функции, которые у меня в t-меню входят, t1, 2, да? 3t. Квадратим. И напишу только через выражение от вкладов на разрезе. Вклад на разрезе как выглядит? Это есть функция минус на верхнем берегу, минус функция на нижнем берегу. Да? То есть это скачок, правильно? Скачок это удвоенная мнимая часть. Да? Удвоенная мнимая часть. То есть я могу переписать это таким образом. Это есть единица на 2π интеграл по левому берегу мне дает интеграл от q квадрата на 2m до бесконечности единица на ню минус ню штрих. Интеграл по правому мне даст точно такое же выражение после замены ню штрих на минус ню штрих, только здесь будет знак плюс, да? Здесь тоже от, скачка. А скачок это есть удвоенная мнимая часть, да? Удвоенная мнимая часть. То есть будет пи-пи, удвоенная мнимая часть, да? Скачок это 2и мнимая часть удвоенная. 2и, но удвоенная мнимая часть, да? И пи на дубль в. 1, 2. Дубль в, да. То есть вот такое дискуссионное соотношение могу написать. Оно мне напрямую связывает значение t-итого и w-it, да, то есть структурную функцию w1 и w2. Или что то же самое f1 и f2. Правильно? А дальше, почему я решил в нефизическую область сесть? А, смотрите почему. Вот в этой области у меня ню везде, ню меньше по модулю, чем вот это максимум, чем вот это выражение. Правильно? Поэтому я могу все эти формулы разложить по ню делить на ню штрих. Потому что эта величина у меня теперь уже меньше единицы. Когда я нахожусь в нефизической области, она у меня меньше единицы. Согласны? Ню штрих бегает вот здесь вот. А ню бегает, а ню находится где-то посередине между разрезами. Значит, это меньше единицы, я могу разложить эти два ряда. Один и другой. Ряд взять и разложить просто, да? Вот. А потом я могу вспомнить, что ню мое на самом деле это есть что такое? Ню. Это есть q квадрата 2 на x, да? На x. То есть ряд по вот этому отношению будет превратиться в ряд по обратным x, правильно?
обратно их сам. Аналогично переменное интегрирование, вот здесь вот D-штрих у меня переменное интегрирование, я могу переписать к новой переменной под переменной штрих, которая меняется уже от нуля до единицы. Да? Если не штрих бегает по моему разрезу, то не штрих бегает по разрезу, то их штрих меняется от нуля до единицы. Правильно? Плоскость свернули. Мы не плоскость свернули, а мы вещественную ось, вот эту, свернули в отрезок. Да? Обратно. Короче говоря, для чего я это пишу? Вот WI, оно в себе содержит информацию о структурных функциях f1 и f2, правильно? А мы получили связь между вот этими t-битами и структурными функциями. Как она выглядит? Давайте ответ напишу. То есть из дисперсионного интеграла мы получим связь. Связь выглядит таким образом. T1 это есть единица на m. Сумма k для бесконечности. Сумма возникает от разложения вот этих дробей. Да? Разложение идет по обратным степеням x. Да? Поскольку здесь две дроби, да, то останутся только четные степени x. То есть будет стоять x степени минус 2k. А коэффициентов или будет, что будет? Будет некий интеграл по x' от W. А W и t это все равно, что f и t, структурные функции, правильно? Поэтому здесь вот у меня войдет просто момент m1 от g. Это есть просто момент от нуля до единицы. Т штрих, вот это новая переменная штрих, и штрих степени g минус 1 на f1 от их штрих. F1 от их штрих у меня сидит W, да? Вот такое выражение. А T2 это есть 2m делить на q в квадрате от точно так же k от нуля до бесконечности. У меня две структуры, поэтому я отсюда два выражения, да, выведущие для t1 и для t2, правильно? А t2 будет связано с w2. W2 умножить на ню, это есть f2, правильно? То есть здесь будет x в степени минус 2k на m в степени, ну вот так вот получится, 2k плюс 2, где второй момент, это есть интеграл от нуля до единицы, где x' в степени такой x' минус 1, f2 поделить на x'. То есть смотрите, в чем преимущество вот этого дисперсионного освобождения. Ну, рассмотрев не физическую область, получить выражение для Т1 и Т2 через наши моменты. Правильно? Вот эти моменты, они уже непосредственно у нас несут информацию о структуре протона. Да? На них у нас уравнение Дегла, для них мы получили наше выражение. Да? То есть что мы уже видим? Мы видим, что если мы знаем, как выглядит Т1, Т2, мы знаем, как выглядят моменты. Правильно? Вот такое соотношение. Вот это понятно? Отлично. Давайте переходить наконец к главному пункту. Не устали еще? Устали? Потерпите еще. Можно выйти? Можно. Может быть, даже не спрашивать, это можно выйти или нет. А третий пункт.
третий пункт называется операторное размножение. Операторное размножение для камней. Вот, давайте теперь попробуем применить совершенно новую технику для t-меню. T-меню — это то же самое, что t1, t2. Если найдем t1, t2, найдем моменты структурной функции, правильно? Вот давайте посмотрим. Вот если у меня есть два локальных оператора, у а от x и у b от нуля, да? Я считаю от них t-произведение. Именно t-произведение, да, я беру? Тогда для такого произведения операторов я могу переписать это произведение двух локальных операторов. Переписать их как через... Переписать через некие функции, некий набор функций, которые будут зависеть от x, да? И вся зависимость от x у меня уйдет в скалярные функции, которые называются вильсоновскими коэффициентами. А вся операторная природа того, что здесь стоит, да, уйдет в некие локальные операторы в нуле. Вот если такое разложение можно сделать, как называют операторным разложением? Да? Операторное разложение. То есть что здесь такое произошло еще раз? У вас есть два оператора в разных пространственно-временных точках, и всю зависимость от этой точки поместили в скалярные, сингулярные, обычно не сингулярные, вильсоновские коэффициенты вот эти. Когда операторное разложение работает, когда этот трюк удается, он удается в двух случаях, А и Б. Вот случай А — это случай, когда у вас x стремится к нулю. То есть все компоненты x стремятся к нулю. Да? Вот это случай операторного разложения, который в плюс и минус деривации подробно используется. Он хорошо доказан во всех порядках теории возмущения, да? То есть это все доказано и обосновано, что у вас существует некая полная система операторов, вот этих локальных ОМ, по которой вы любое произведение операторов полевых, да, можете разложить. Есть такая общая теория. А второй случай, у него статус несколько менее твердый, чем у первого утверждения, что вот такие произведения операторов можно раскладывать и на световом конусе. То есть когда пространственная точка стремится к нулю. Вот смотрите, как это происходит. Давайте простой пример приведем. Вот нас как раз интересует вот этот случай, правильно? Потому что у нас есть некое t-произведение операторов, да? И главный вклад в это t-произведение идет от области, где y квадрат стремится к нулю, правильно? От светового конуса. Ну, давайте некий пример приведем. Пример. Чтобы это сильно абстрактно не было. Вот рассмотрим такой скалярный ток от x в скалярной безмассовой теории. Да? То есть у меня есть обычная скалярная теория, где скалярная безмассовая. И ток выглядит следующим образом. Нормальное произведение φ от x в квадрате. И попробуем применить наше операторное разложение для такой величины. Т-произведение двух таких токов. Один берется в точке x, как здесь, только индекса нет, да? А второй
вернется к точке 0. Да. Это есть P-произведение от чего? Вот. Так напишу Фи от X. Фи от X. Фи от нуля. Фи от нуля. Ну, давайте попробуем это T-произведение раскрыть по теореме Бика. Рассмотрим вот эти операторы как просто операторы, то есть у меня вот эти операторы, это операторы представления взаимодействия сразу, да? Дезинтеграция представления взаимодействия. Значит, мы можем раскрыть это по теореме Вика, верно? То есть теорема Вика мне говорит, что это произведение сводится к всевозможным случаям парных спариваний, да? У вас есть спаривание, от всего остального вы берете нормальное произведение, да? Ну вот, давайте посмотрим. Вот у нас есть член такой, когда я, скажем, это спариваю с этим, это спариваю с этим, да? От каждого спаривания, фи от x на фи от нуля, это спаривание. Я обозначу как I дельта F от X. Да? И это есть. Мы с вами это считали в начале этого занятия. Да? Это есть минус единица на 4 в квадрате, x в квадрате минус 1. X в квадрате минус 1. Да? Плюс пропагатор. Это скорее пропагатор в координатном расстоянии. Такую величину с вами считаем. Видно, что он сингулярный, да? Когда x в квадрате. Дельта f пропагатор. И на дельта f пропагатор. Вот этот пропагатор. И на дельта f пропагатор. Он сингулярный, да? Когда x в квадрате становится нулем, это штука бесконечности. Да? Вот у меня возникает, смотрите. У меня есть два разных спаривания. Одно такое, да, а второе наоборот, да, когда я это спариваю с этим, а это с этим. Да. Поэтому у меня остается, смотрите что. Вот эта штука в квадрате, умноженная на 2. Да, то есть будет 2 умножить на 4π в квадрате минус 0. Все в квадрате. И на единичный оператор. Теорема Вика мне что еще говорит, что я могу не два спаривания делать, а одно спаривание, правильно? А сколько таких одинарных спариваний у меня есть? Четыре. Вот они здесь все изображены как раз на картинке, да? Четыре. То есть будет 4 умножить на результат одинарного спаривания, то есть это будет минус единица на 4π квадрате, x в квадрате, да? 4. И у меня есть одно спаривание, а то всего остального это уже нормальное произведение, правильно? То есть будет вот такое выражение умножить на нормальное произведение от чего? Фи от x, фи от нуля, да? Фи от x, фи от нуля. Согласны? И что еще осталось? Было два спаривания, одно спаривание и по теореме Вика. И ни одного спаривания. Ни одного спаривания, это просто единичка, да, на нормальное произведение всех этих операторов. Фи в квадрате от x, фи в квадрате от нуля. Вот таким образом. Да? Вот видите, что произошло. Произошло следующее. Я в этом произведении операторов, да, которые я рассматриваю по теории возмущения. Да? То есть у меня есть теорема Вика применена только к тем операторам, которые стоят под фигурными скобками. Да? То есть они такие экспоненты, никакие дополнительные не залагают. Считаю, что они операторы это чисто представление взаимодействия. Вот. Если были операторы представления Гейзенберга, то я должен был еще следующие поправки смотреть. Да? Я вижу, что у меня
Получился, смотрите, какой. Единичный оператор, вот такой оператор и вот такой оператор. А коэффициенты перед ним – это некие сингулярные функции. Да? Сингулярные функции. Но это еще не все. Почему? Потому что у меня вот здесь вот зависимость от x осталась. Да? Но вот этот оператор, он уже, когда я беру от него матричный элемент, он уже не сингулярен. Да? Он уже не сингулярен, потому что я не должен внутренние спаривания рассматривать. Потому что у меня нормальное произведение стоит, да? Он уже не будет сингулярным. Надо его сделать в нуле. Правильно? Как это сделать? Ну давайте, например, вот этот. Подберем какой-то оператор. Фи от x на фи от нуля. Ну, наоборот, хорошо. Фи от нуля на фи от x. Ну что я могу сделать? Я могу просто взять и написать ряд Тейлора по x здесь. Он уже не сингулярный оператор, я пишу ряд Тейлора. То есть сумма n, единица на n факториал, да? А здесь будет стоять x, mu1, x, mu n. Вот. Нормального произведения от нуля, а здесь производные d1 d0. Это нормальное произведение. Просто взял разложение, все, теперь если я сюда подставлю, да? И вот эту кучу иксов перепишу в коэффициент вот сюда, да, то я получу вот как раз то, что называется операторным разложением. Да. То есть что произошло? Смотрите, для конкретных операторов мы можем с вами вот эти коэффициенты вычислять по теории возмущения. Правильно? Вот теорию Вика применили в главном порядке и вычислили эти коэффициенты. Вот этот коэффициент. Правильно? Это во-первых, то есть мы можем Вильсоновский коэффициент вычисляют по теории возмущения. Да? А во-вторых, мы видим, что они сингулярны. Они себе, даже после того, как вы вот эту кучу иксов умножите, да, это выражение, оно все равно останется сингулярным при квадрате, стремящемся к нулю. Потому что x, у вас не по отдельности иксы к нулю стремятся, а у вас x квадрате стремится к нулю, да, в нашем случае. То есть оператор все равно будет сингулярным. Да. Ну вот, давайте попробуем теперь написать для нашего t-меню. Вернемся к нашему адронному току. То есть к амплитуде фотонного сопротивления. Попробуем написать вот это операторное разложение. Просто в общем виде, да? Не вычисляя этих коэффициентов. Вот смотрите внимательно. Этапы вычисления вот этого операторного разложения будут такие же, как здесь фактически. Да? То есть мы можем переписать вот этот внутренний ток, можем переписать каким образом. Это будет сумма, я так напишу, по G и по N. Да? От вот этих разложений в ряд Тейлора, да, оставшихся нормальных произведений, которые не сингулярны, да, то есть операторы называют билокальными операторами. Они не сингулярны, но зависит от того, что это вероятность. Да? Вот. От них у меня будет, что возникало? Возникали вот эти иксы, да? Ну, в данном случае игреки. Игреки. То есть у меня будет стоять так. Будет стоять коэффициент g, n. А здесь будет
отличил. В себе два индекса содержит минимум. На нем будут стоять y не один, y не g. Да? G нумерует количество вот этих вот y. Да? А c зависит уже от y квадрата. Так же, как здесь зависимость была от квадрата, так здесь это зависит от y квадрата. А вот эти все y возникают от размножения в ряд Тейлора билокального оператора, да, соответственно. И умножить на оператор локальный в нуле. Вот этот оператор, который здесь возник, он уже локальный, да? Он берется в одной точке. Обратите внимание, его структура очень похожа на вот структуру операторов Лисманова, которую мы с вами делали. Помните, там тоже возникало много производных. Только там производные были необычные, как и варианты. Почему? Потому что исходное выражение, было, которое мы оператор возлагали в операторном возложении, было калибровочным вариантом. Как сделать из выражения калибровочного варианта? Нужно обычную производную заменить на ковариантную производную. Да? То есть первое, более-менее понимаете, откуда там вот эти производные стояли. Да, большое количество этих производных. Дальше, этот оператор, у него много индексов. Не один, не же. Вот, в производных сидят эти индексы обычно. А n нумерует все оставшиеся квантовые числа. У вас для одного и того же жи, да? Для одного этого жужжи может быть несколько различных операторов. Вот в данном примере вот я разлагал ряд Тейлора вот этот член, да, а мог разложить еще и вот этот член тоже. Правильно? Тогда для одного и того же количества индексов, внешних индексов, у меня было бы несколько операторов. Правильно? Вот этот m нумерует вот внутренняя нумерация для одного и того же жужжи. Насколько у вас операторов? Короче, n — это сумма по всем остальным квантовым числам в операторном положении. G — это явная сумма по количеству этих игреков, да? А n — это все остальное. Да? Дальше мы берем преобразование Фурье от этого выражения. Преобразование Фурье. Если у меня под преобразованием Фурье стоит y, то на что переходит? Производную, да? D по D ку ню, правильно? Верно? А если это производная считается от функции, которая зависит только от ку в квадрате? Это, что такое будет? Это будет ку ню на 2 D по D ку в квадрате. Согласны? Но если я от всех y избавлюсь, у меня останется только функция от q в квадрат. Да? Тогда взятие производной от нее по q мю — это все равно, что вот такое выражение. Правильно? Все равно, что такое оператор. Вот. Поэтому для всего вот этого тока, да, произведения токов и преобразования Фурье, я могу написать следующее разложение. Глядите. Минус. У меня два внешних индекса есть, у меня и нет. У меня все должно быть поперечно по пути, да? Эти токи были поперечными, поэтому должно остаться поперечным. Минус. Степень у квадрата будет g раз, да? И
1 секунд движения. Умножите на первую функцию, c1. Это одна структура поперечная. Прибавить. А вторая структура. G μ1 - μ1 в квадрате. G μ2 - μ2 в квадрате. Умножить здесь на единичку меньше, чем 2 в квадрате с единичкой плюс 1 на вторую коэффициентную функцию c2. Скажи m в квадрате. И на u, вот эти q оставьте. Q на 3 в квадрате u жирная. Это я написал сейчас, что? Написал, как выглядят вильсоновские коэффициенты. В вильсоновских коэффициентах есть две структуры лоренцевских, поперечные куню и куню, правильно? Вот это поперечная одновременно куню-куню, а здесь одна стопка поперечная куню, а другая куню. Да? Мой исходный топ произведения должна оставаться поперечной, она должна все первоначальные симметрии сохраняются. Да? То есть вильсоновские коэффициенты они в себе несут сведения и о всех симметриях первоначального оператора, да, вот этого оператора. Вот. И остался матричный элемент от локального оператора ОЖН. Он общий для обеих структур. Локальный оператор вот такой вот. Вот такой локальный оператор. Давайте здесь тоже напишу G. Там написал G и N, да? Здесь тоже напишу G. Да, и N. Ну то, что он от G зависит от тривиально, потому что для разных G разное количество индексов. А что еще интересно? Давайте на секундочку вернемся назад, вот сюда. И спросим себя, какова массовая размерность вот этого оператора? Какова массовая размерность оператора, а вильсоновских коэффициентов? С, G, M, D. Чему она нужна? Это просто массовая размерность вот этого оператора минус массовая размерность вот этого оператора минус массовые размерности вот этих y. Правильно? А массовая размерность исходного оператора какая? У тока. То, у тока массовая размерность какая? У пси размерность 3 вторых. Ну, то есть 3. 3, да? Здесь 3, здесь 3. То есть будет 6. Правильно? 6. А дальше преобразование Фурье по 4 компонентам. Минус 4. Минус 4. А отсюда вычитаем массовую размерность вот этого оператора, то есть DLO, да? И прибавляем G, правильно? Потому что у меня G раз. Будет стоять масса. Напишу вот так. D минус A. G. Двойка. А, здесь будет двойка. А здесь что стоит? Смотрите внимательно. Размерность массового оператора минус его спин. Мы это называли твистом, да? Здесь стоит 2 и минус твист оператора. Минус твист оператора. То есть это значит, что как у меня от y квадрат зависимость происходит? У меня
единиц на корень из y квадрата, да, это масса. Он же только от y зависит, правильно? От y квадрата зависит. И это масса. В степени 2 минус 300 градусов. Да? То есть у меня, что я хочу сказать, какие у меня операторы будут наиболее сингулярным оператором размножения? Но вам пока что не видно, что 2. Там вот этот риск какой? Большой или маленький? Чем больше риск, тем сингулярнее или наоборот? Сингулярнее. Почему? Нет, не сингулярнее, потому что минус на минус. У меня же не y квадрат будет измениться, правильно? Верно? То есть чем твист меньше, тем они оказываются более сингулярными, правильно? То есть наиболее сингулярные операторы умножения, это операторы с наименьшим твистом, да? Которые мы можем построить из наших полей. Вот мы просто с вами видели, что из наших полей у нас есть поле пси с чертой, эвлионное поле. А наименьший твист — это твист 2. Понятно? Из 2. Это уже фантомное расположение. Вот в КСД, когда мы смотрим, да, у нас все операторы здесь пси, все чертой, эвлионный оператор. Вот. То есть если у меня операторы 302, то коэффициенты от y квадрата будут зависеть как? Y квадрат в нулевой степени, правильно? Это значит, что логарифмическая зависимость. Если она есть, то она будет логарифмическая. Да? Может, логарифмическая будет, она степенная. Да? Вот. А единичный оператор, кстати. Вдруг мы его забыли? Нет? Единичный оператор в каком-то есть? Почему мы его еще не пишем? Оператор на разложение, единичный оператор у нас есть, когда это покой двух угол рассеяния. Его нету, просто покой двух числам нету, потому что у исходного оператора у нас квантовые числа такие, что в операторном разложении единичного оператора нет. То есть я еще раз повторяю, симметрии произведения все переносятся на симметрии вильсонских коэффициентов, да? А в два, там, и плюс и минус нивелляции Бодрона, наоборот, главный вклад идет там тоже операторное разложение, и главный вклад там от единичного оператора идет. Правильно? Да, у нас и плюс и минус, нивелляция Бодрона, то есть совсем другая физическая коэффициента. Окей, мы уже приближаемся к концу, да? Вот теперь давайте поговорим о вот этот маточный элемент. В нем есть информация только о чем? По спинам я все усреднил уже, есть только импульс. Да? Как можно общий ответ для него написать? Вот H в себе содержит только импульс. Это состояние говорит, что в нем есть импульс P. То есть он может зависеть от P только таким образом. P mu 1 μg на какой-то коэффициент AG, но для удобства для массы для коэффициента. Еще как-нибудь может зависеть? Сейчас. Мы еще можем же меню поставить. Может. В принципе, могли бы быть такие коэффициенты. G, скажем, μ1, μ2, на P квадрат. Остальные те же самые. То есть μ3 и так далее. Мы лежим. Правильно? Вот такие. Но как мы сейчас увидим, вот это невозможно. Эти коэффициенты невозможны. Почему? Смотрите внимательно. Вот эти P, которые возникают от маточного элемента, они сворачиваются с чем? Гибсонских коэффициентов. По индексу μ они с чем сворачиваются?
отображение в фигурных скобках. То есть чем сравнится по индексу? Ну вон вот это у нас стоит ответ. Либо смотрите тензором, да? Либо в основном они с Q будут поворачиваться, правильно? То есть от сверхки 2P с Q у меня будет выражение такое. P на Q в квадрате, правильно? От сверхки G меню с P в квадрате у меня будет выражение какое? Q в квадрате на P в квадрате. Да? Верно? А Q на P это что у нас такое? Это есть ню в квадрате, да? М в квадрате, правильно? А здесь это что такое? Это есть у в квадрате умножить на мэ в квадрате. Правильно? Ну и лево выше. И видно, что у меня ню же растет как у в квадрате, правильно? Ню пропорционально к у в квадрате. Так что их отношение фиксированное, да? Я писал, что x, который фиксирован, это есть u в квадрате на 2m ню, да? Это фиксировано. То есть ню растет как u в квадрате, поэтому вот это много больше, чем сверхка g ню 1 и 2, там, да, или с другим g. Поэтому мы можем оставить только p здесь, да? Только много p. Именно поэтому мы можем говорить, что в операторном разложении мы будем оставлять тензоры по индексу ню какие? Говорили, симметричные бесследовательные, правильно? Бесследовательность это все вот эти же, да, а симметричность просто потому, что здесь много коровоз будет стоять. Да? Не тратится, потому что здесь у вас в левой части симметричный тензор, много ку стоит. Да? Вот. Отлично, мы уже почти с вами приблизились к этому концу. Вот если теперь мы будем сворачивать P с Q, да? P на Q. Это что такое? P на Q. Это есть ню на m. Ню на m. Да? Ню на m это есть Q в квадрате. Ню на m это есть Q в квадрате на 2х. Правильно? На 2х. То есть если я теперь буду все вот эти P сворачивать, P сворачивать буду, у меня, смотрите, что происходит. Q в квадрате пополам, оно везде вот если сократится с вот этим, да? Я специально их так и выбрал, да? Эти коэффициенты. А единица на x мне даст ряд по обратным степеням x. Ряд по обратным степеням x. Правильно? То есть мы что можем теперь сделать? Мы можем теперь свернуть фигурную скобку с матричным элементом, да, и выделить, получившуюся структуре, выделить коэффициенты, коэффициент t1 и коэффициент t2. Да? Это же t-меню у меня, правильно? У меня есть два коэффициента, t1 и t2. Можем выделить. И видим, что они выражаются как обратные ряды. Точно так же по x, обратные ряды, да, идут? По единице на x. Отсюда мы можем написать выражение сразу для моментов. Для моментов. И вот какое выражение получится. Вот m, 1, 2. Вот коэффициенты все, которые здесь не очень красивые, да, были подобны, ну, где, кстати, 0, 4, m, например, да, 4, m, да. А вот здесь вот. Здесь вот обратите внимание, g минус 1 стоит, то есть 1 куб квадрат здесь сидит, да, в нем. Они подобраны таким образом, чтобы конечное соотношение у вас было наиболее простое. То есть оказывается, что моменты, наши моменты структурной функции, первый и второй, они в точности выражаются через вот эти матричные элементы. И что еще осталось? Есть матричный элемент, а что еще? Вильсоновские коэффициенты, да? При двух разных структурах. Ну, по оставшимся классовым числам, да? Вот получилось вот такое равенство.
Это Айнская вещь что такое? Это Айнская связь момента структурной функции, то есть то главное, на что мы смотрим, да, они у нас сравнение есть главные, их решили, получили в зависимости от двух квадратов. А справа стоят вильсоновские коэффициенты и матричные элементы локальных операторов. Причем мы с вами поняли, что главный вклад в оператор разложение идет от виста 2, да, до твистральной двойки. То есть главными операторами будут операторы с твистом 2. Да? Понятно? Вот здесь вот все понятно? Если все, тогда приступаем к последнему пункту, четвертому. Четвертый пункт. Это анализ полученного нами соотношения. Вот это соотношение называют правилом сумм для моментов структурных функций. То есть правило сумм, оно связывает, с левой стороны у нас стоит момент от структурной функции, либо f1, либо f2, да? А с правой стороны стоит произведение двух различных физик. Да? Одна физика – это мягкая физика, которая связана с взятием матричного элемента по адронному состоянию от какого-то локального оператора. Обычно этот матричный элемент не можете вычислить пертурбативно. Это не пертурбативная величина. То есть вот это А, G, оно в некотором смысле трудно вычисляемое, не пертурбативное. И жесткая часть, вот эти C1 и C2, да, вильсоновские коэффициенты, это жесткая физика, почему? Потому что вы их, в принципе, можете вычислить по теории возмущения. Да, в примере я вам показывал, как это выглядит. Да? Четвертый, последний наш пункт, это здесь кто-нибудь из вас не может подносить по доске тоже мимо москребы. Это уравнение Ренона Голдберга. Уравнение Ренона Голдберга. Группа для С. И О Г1 и Г равен. Так, это мне уже не надо. Какая история у нас с вами получилась? Вот еще раз переписываю это соотношение, немножко по-другому. Вот у меня есть моменты, да? Момент 1, 2, да? Он в себе содержит, как мы видим, да? И как мы видели из уравнения Деглава, он в себе содержит зависимость от q квадрата, правильно? Еще он от q квадрата зависит. Спрашивается, как эта зависимость входит в правую часть сюда. Видите, А это есть матричный элемент. Когда я беру матричный элемент какой-то по физическому состоянию, я его беру от перенормированного оператора. Чтобы не отличили через конечную, да, наблюдаем, вот этот мягкий матричный элемент, он от перенормированного оператора. Поэтому этот маточный элемент будет зависеть от точки перенормировки. А вильсоновские коэффициенты C1 и C2, да? Они, если оператор от виста 2, они безразмерные. Поэтому зависимость от q квадрата может так идти. Она может идти через отношение q квадрат к q квадрат. Правильно? Да. Плюс еще эти коэффициенты, если мы их по теории возмущения можем считать, как я вам говорил, они зависят от
константы связи, правильно? Живо. Живо, нет. Можете здесь написать жир в квадрате, это все то же самое, с учетом этой зависимости, да? Жир на квадрате, жир в квадрате, принципиально. Вот. То есть я хочу что сказать, что здесь зависимость от точки перенормировки, она сидит как вот в маточном элементе, так и в вильсоновских коэффициентах. Теперь вы эту зависимость, вы ее можете получить, можете ее найти. Чтобы ее найти, вы можете для наших операторов воспользоваться уравнением Ленова группы. Да? Вот давайте напомним, что у нас с вами происходило. У нас было два оператора, да? Так вот, значит, у А от x и у b от нуля. Мы брали от них t-произведение. Да? T-произведение. И эта штука разлагалась в операторное разложение. Да? То есть это были некие коэффициенты cnt от x, да? На локальные операторы onz. Это уже локальный оператор. Когда мы считаем все наши маточные элементы, структурные функции, маточные элементы, критические состояния, мы подразумеваем, что у нас все перенормировано на теории возмущения, да? Конечные величины получали, да? Да, поэтому здесь все операторы перенормированы уже. Подчеркну, здесь. Перенормированные операторы. Вот давайте попробуем написать уравнение Ребенкруфа для входящих сюда операторов. Здесь есть оператор в левой части произведения и в правой части. Вот этот вот, да? Вот. А как это уравнение пишется для группы? Да? Мы должны было, подобно тому, как мы делали с вами раньше, по этому оператору построить некую функцию Грина. Да? То есть некая функция Грина, отвечающая в этом произведении. У А на У Б. Да? Ну, как оно строится? Вы берете ваши операторы У А от X, У Б от меня. Смотрите, какие поля сюда входят, да? Берете эти поля, скажем, φ от x1, там, φ от x2 и так далее. В зависимости от того, сколько у вас полей здесь, да? φ от xl. Где l это число полей в этих операторах, правильно? И берете среднее по вахмуру. Среднее по вахмуру. И преобразование Фурье по переменным. Один, xl и x. Да? То есть мы исследуем наши операторы с помощью функции Грина, правильно? Вот. Тогда для функции Грина у нас есть соотношение с вами такое, что голая функция Грина это есть голая. Ну, это есть перенормированная функция Грина умножить на константы перенормировки, которые здесь возникают. Какие здесь константы перенормировки? Во-первых, от двух операторов свои константы, да? То есть z a напишу и z b. А во-вторых, от всех вот этих полей, да, тоже будут какая-то константа z phi в степени l пополам. Правильно? L пополам. Теперь у вас левая часть от μ не зависит, от μ умеет в точке перенормировки. Да? Правая часть зависит от нее, да? Вы можете взять и продифференцировать помеху. И это должно быть нулем, правильно? Нулем. Левая часть от нее не зависит, здесь все голое, правая зависит от нее. Зависит через вот эту функцию, через известные константы перенормировки. Да? Тогда для нашего оператора мы получим следующее уравнение. Ну, точнее, дифференцируем не по мю, а по d
многолиф будет. Да? От мю что еще зависит? От мю зависит, кроме вот этих констант, еще и G перенормированная. В нее входит константа связи, правильно? Она тоже перенормированная, потому что мы в теории вообще не перенормированно все считаем. То есть в ней тоже зависит от мю частицы, правильно? Поэтому на перенормированную функцию Грина мы получим уравнение, как вам на лекциях рассказывали. Уравнение Грина внутрь, да? Ну а давайте, идите кто-нибудь, напишите. Ничего не дифференцируем, у нас получается со мной все 0 равно d по d алгоритм минус. Вот, это наше выражение, наше выражение. Сейчас перепишу. Гамма будет нормированная. Так. ZA мю. ZB мю. И Z. А, ну, физически изменяет под баланами. Вот. Это работает. Ну теперь просто разворачиваем скобки. Разворачиваем. Давайте только вот здесь вот будем тогда пока что производную вот такую писать. Полную. Сейчас поясню, в чем разница. Вот у вас от мин здесь зависимость может быть как непосредственно сюда в мин может входить, так и мин может через константу связи входить. А, хорошо, да. Дифференцируем вот эту штуку. Да? Так. Что такое будет? Сейчас надо опять. А, нет, ну это по определению, это будет, гамма. По определению гамма. Будет. Это частная производная, гамма мю. А, да. D по логарифму мю от гамма R. От мю, да. Как вы напишите, от мю и от G от R. Ну, да. G от R. И G от R тоже от мю зависит, то есть это как вот. Да. Плюс, соответственно, производная DGR по DMU. Ну, удобнее здесь, это логарифм. Здесь логарифм. Ну да, это D-логарифм мю. На DAG подтруд. И тоже под логарифм, да. А, по логарифм G от R. По D логарифм G от R. Вот, от гамма среднеизмерная. Дальше глядите. Дифференцируйте константы z. То есть здесь можно еще произведение, что это на z нравится, в принципе. А вы смотрите, что сделать. Вы поделите. Все это поделите на. На произведение z. ZA, да, произведение z, zb и z и степень пополам. Так, тогда у нас получается следующее. Вот дифференцирование ZA и ZB, что оно зовет? Ну, гаммы соответствующие. Да, после деления на единицы на Z это будет аномальная размерность, правильно? У меня, например, аномальная размерность оператора на Z, если единица на ZA, да, без ZA, подвела на Z, правильно? Такое помните? У нас аномальная размерность все появилась. Да? Получается, значит, здесь возникает гамма А. Плюс гамма-б. Ну плюс там что, L пополам. Ну да, L пополам, во-первых. Вот. На гамма фи. Или даже можно не на гамма обозначить, а на дельта фи. Дельта фи это что такое? Это аномальные размерности, связанные с перенормировка внешних линий. Вот, и все мы когда вложили на гамму перенормировку. Отлично. D логарифм G по D логарифм μ. Это что такое? Андрей, что это такое? D логарифм константы связи по D логарифм μ. Это будет функция. Мы с вами долго считали оценки трех семинаров. Да? Давайте еще раз все перепишем аккуратно. У нас получается вот так. Гамму мы вынесем. Ну, так, операция. Да. D по делу логарифм.
здесь у нас, значит, получается плюс бета-функция. Угу. Мю. Так, плюс, ну, на D сделаем зависимость. Мю. Плюс гамма-альфа. Гамма-а плюс гамма-б. Плюс пополам. Что мы? Дело, логарифм уже бета функции, да. Бета, уже. А, вот, и на гамма ну, отлично. Вот это и есть уравнение, уравнение Риббон-Группы, да, на функцию Грина. Мы с вами получили. Аналогично давайте напишем уравнение Риббон-Группы на функцию Грина оператора О. У оператора О столько же внешних линий надо прицепить к нему, правильно? Потому что вся операторная часть такая же, как у этого произведения. Да? То есть функция Грина этого оператора строится с помощью тех же вспомогательных внешних концов, да? Вот эти внешние концы мы сюда вот так прошли, да? Давайте напишем для нее уравнение. Вот это было уравнение на гамма-функцию для оператора ОА, ОБ, да? А вот здесь было и ОА, и ОБ. А теперь напишем такое же уравнение на функцию Грина оператора ОН. Вот тогда у нас получается, соответственно, будет D от L логарифм μ от. Так, сейчас. Значит, у нас будет нормированное оператора ОН от μ G. Вот, потом здесь будет у нас Z, соответственно, для этого. А, то есть все то же самое, да, только да, вместо z, это только одно не будет хватать. Z и ZB будет стоять z, вот, да? Да, z, получается z под логарифм μ плюс бета-функция. Но здесь, наверное, индексы лучше поставить, что это о а, о, b. Не понял? Не-не-не. Это бета-функция КХД. Так, сейчас, значит... Она как раз имеет отношение. Логарифм GR. Она тоже теория имеет отношение, где так, мы считаем. И здесь у нас получается плюс гамма от NM, да. Вот. То есть аномальная размерность нашего оператора стоит. Плюс A пополам GR. Отлично. Угу. Гамма передозирована. Угу. Это просто по определению. Там для любого другого оператора вы можете сделать. А теперь давайте воспользуемся вот этим соотношением. Вот этим соотношением. Это соотношение мне говорит, что эта функция Грина разлагается на вот такие функции Грина с вильфовскими коэффициентами. Давайте это здесь напишем. Ну, то есть мы должны написать, что у нас гамма перенормированная. Ага. Ну, а, ОБ. Ну да, ОА, ОБ. ОА. ОБ. Это есть у нас сумма. Сумма ПМ. Да. ПМ. Ага. Это СМ. Альфа Х. Так, а у нас мю. Главная его зависимость, она от мю. Сейчас посмотрим, да? СМ от мю какая сейчас будет. И здесь у нас гамма получается перенормированная. Ага. Вот, ОНТ. Да. От нее. Ага. Вот, уже я напишу. Правильно. Теперь берем и вот это выражение, вот сюда аккуратненько подставляем. Единственное, что здесь надо иметь в виду, что у вас, вообще говоря, может быть операторное смешивание, правильно? То есть вот эти гаммы, они могут быть не числами, как мы видели, а матрицами, да? Это что означает? Это означает, что у вас здесь вот есть матрица, да, я могу написать как, ну, скажем, вот здесь вот, да, и жу, да, здесь вот есть
у этого оператора номер жителей, да, который отвечает этой матрице, да, а перед вот этими штуками стоит просто дельта-символ, дельта-лизм. Ну и перед этой тоже. Дельта-лизм, теперь пополам. Да? Где значок и пробегает столько значений, сколько у нас операторов смешивается между собой. Да? Так, ну тогда переписываем. Хорошо, переписываем. Да, то есть мы подставляем вот это выражение, подставляем вот сюда. Так, у нас получается дельта и жизнь. Вот это все кратко пишите, как полное произвольное. Ага. Д по Д. Нет. Так. Плюс. Гамма А и жир плюс гамма Б и жир плюс N пополам значит, здесь получается гамма Фи, но тоже и жир. Так, ну и на сумму. В сумме у нас будет стоять соответственно. Гамма фи обычно, если у вас ну, там и ты же фейдеров нет, равных, да, и они смешиваются, безумно, с топологической какой-нибудь теорией, то у вас не матрица, да? Так, ты дальше постановляешь, дальше у нас получается вот, кстати, сумма момент. Для нее у вас для равных фейдеров будет равное выражение, но не для внешних концов. Так, и теперь надо гамму. Один флейбор, другой не переходит просто. Правильно? Фу, где не переходит, он должен изучить ДБЛБ. Правильно? А это уже не поправка в конечной линии, это уже вершина. Ну, вот эти дельта, дельта фи, это что такое? Это поправка в конечной линии. Они возникают из константы перенормировки для внешней линии. Если у вас переходов между разными флейборами таких нет, куда помогает, то просто дельта уже будет. Да, хорошо. Ну, это получается система уровня энергии. А теперь глядите, глядите внимательно. Вот у вас есть вот этот оператор, который действует вот сюда. Правильно? Ага. Вот это действует сюда. И мы это можем подставить это вот отсюда. А, все действия на этого оператора. Действие оператора подставить вот отсюда. Вот он. Вот, ну тогда у нас получается. Ага, сейчас поставлю. У нас получается, значит, минус. Дельта режим, так не дельта режим, минус гамма по энда, да, на дельта режим один у нас, на дельта режим. Так, дальше минус L пополам гамма фи. То есть равнение временного круга, пользуемся, да? Вот, больше там ничего нету. Нашего локального оператора в плюс гамма режим R. АД плюс гамма БД и жита плюс Л пополам гамма Фи БД и жит. Так, и естественно на сумму МСМ от ню гамма ОНТ неправильно. Ну, вот у вас еще оператор, он действует, во-первых, сюда, а во-вторых, сюда. А, да, согласен. Плюс еще такой. Плюс еще слагаем, а вот где-то вот он сделал. Значит, у нас получается, сейчас, плюс Д по диалогарифму. Ну, надо, наверное, по-другому написать. При суммах, понятно? В этой сумме является полагамма, напишем. Нет, давайте аккуратно писать. Вот в той последовательности, как они написаны, пусть будет. Ну, да, тогда у нас будет d по d логарифм ню. От коэффициента c до ню. Вот. На гамма реагировано. Это так. От ню вверх.
Обратите внимание, если у вас происходит смешивание операторов, то вот здесь вот в этой сумме у вас идет по канчу суммирования, да? То здесь еще есть дополнительное суммирование. Ну, грубо говоря, вот в этом N суммировании по N у вас есть суммирование по перемешивающимся операторам. А, то есть такие вот здесь вот надо матрицу написать. Здесь нет, не надо. Все, нормально. Угу. Ну, да. Вот теперь перепишем это таким образом. Посмотрите, сумму по N вынесем, да? А здесь будет стоять некий дифференциальный оператор, который действует на C N атрибут, да? А здесь гамма, вот это, где оператор действует только на C теперь. Так, у нас получается здесь пишем минус, ну, дельки, не пишем, там дельки. Все. Давайте напишу. Лежит, да. Напишу. А здесь получается у нас минус G гамма. Гамма поле, так. Угу. Ну, уж лучше нам с этого начать. Чтобы он мог аккуратно между нами выглядеть. Сразу можно заметить, что вот эта штука, вот эта штука вращается, да. Вот, у нас алгоритм D по D, алгоритм mu. Угу. Вот, а дальше... Так, сейчас, это что такое, кстати, delta y, у него не делается delta матрица. Вот я и говорил. Ну, как да. Матрица, пишу. Да. Про это говорю, я не слышу. Ну, как матрица у вас. Да. Для всех операторов может быть смешивание, да? Дальше, соответственно, пишем плюс, что у нас, во-первых, здесь дельта лежит, все-таки здесь дельта лежит. Дальше плюс гамма А ита жита плюс гамма В ита жита и минус гамма О это ита жита. Так, по-моему, это все. Что? Аномальная схема. Ну, да, вот эта матрица аномальной подъемности у вас. Да? Еще раз, вот в правой части, вот здесь, глядите, у вас происходит, если есть смешивание, то у вас по как у нас происходит? Ну, по индексу G идет здесь вот суммирование тоже, да? Индекс G у меня, индекс G действует на гамму, правильно? На гамму. Вот так вот. То есть все равно хорошо, у вас плюс в этой части есть. В смысле у нас жижа попадает. Где-то другие отборки на щекарке. G, сейчас. В смысле, вот G стерка, здесь еще. Не-не-не. Вправо идет, вот если у меня смешивание идет, то здесь идет сумма по ним, правильно? Да. По ним идет сумма. Поэтому нужно вот действие вот этих сюда как-то правильно написать. Не, ну тогда здесь надо как написать по идее, если я не ошибаюсь. Не-не-не, видите, у вас... Вот, смотрите. Вот вся вот эта штука, первое уравнение, это что такое? Это действие на весь наш оператор, правильно? На всю вот эту сумму, да? Здесь он индекс G, да? Поэтому у вот этого C, у него есть индекс, у него есть индекс G, да? Да. У этого C есть индекс G. Индекс и внешний. Ага, все. Индекс и внешний.
И еще есть индексы. Вот если я здесь суммирование по всем операторам идет, да? То есть есть какой-то индекс от этого суммирования тех операторов, которые друг с другом перемешиваются. Это, наверное, индекс суммирования. Индекс, да. Подписать. И жирный оставить. То есть у нас жирный. Здесь остается определение. Здесь остается. Да, еще КП получается здесь тогда. Здесь правда. И здесь да. Чем мы из этого говорим? То есть это разумный индекс, да? Разумный индекс для всех L. Так, вот здесь вот мы не совсем аккуратно написали. Почему? Потому что когда мы подставляли, вот мы подставляли вот эту штуку, которая действует на каты, да? D по DV, которая подействовала на каплю. Она была чем норма? Вот здесь мы правильно немножко писали. Так, ну там индекс скорее дал, как он индекс еще? Ну отдельно напишите туда, куда я сюда. То есть получается D по D вот этому. А действует в смысле. Значит, если C верхний ниже иты, то будет да? C. Нет, ниже иты. Прошу, потому что у вас и остался. А, нет, давайте да, согласен. Иты. С иты. Иты. Нижний индекс у него какой-то каты. Каты. А D по логарифму от гамма каты, вот надо подставить. Отсюда. На гамму. Гамму, соответственно, гамму финализированную. Ой, да. Кадр. Так, от мин жир. Ага. Да. Да. И вот здесь пока суммирование, да. Угу. Так, ну тогда. Поэтому если я здесь поменял, так не станет, то как здесь будет? Какой гражданин будет? Сейчас сообразим. Так, вот смотрим, что у нас здесь был state index K, да, и он должен сворачиваться вот с этим индексом. Вот, значит, у нас получается, смотрим. То есть здесь вот у гаммы будет, внешний такой же, как у этих, y и v, да? Да. Жутый. Да. А c будет какой? Здесь K у нас получается. Да. Здесь тогда у целого должно быть. Только да? Наоборот, у него здесь будет на первом месте каты стоять. Да, каты. Каты. Да? А на втором шуме. Жига. Да. А здесь иди тогда. Здесь, как, почему? Здесь каты будет да. Стоять? Кали. Ну, вот сюда смотрите. Ну да. Ну, я согласен, как тут стоит. Кали и еще должно быть. И. У нас здесь каждый стоит, значит, и еще должен стать. У нас есть сейчас к иты, а здесь да, даже ты, здесь жить, вот так вот. Да. Вот. И теперь правильно все. Просто ну, когда матрица, надо чуть более аккуратно поставлять. Почему? Потому что у вас вот здесь вот получается, смотрите, на С действует транспонированная матрица. Да? Не сама матрица, да, вот, транспонированная матрица. Вот, и это справедливо, этот ноль справедлив для всех L, да, для всех L. То есть мы можем отдельно написать уравнение в одном группе на вислоские коэффициенты. Да? Вот давайте куда-нибудь, вот сюда область чуть-чуть.
заключательное сравнение. Вряд ли. Он вряд ли возведет на меню. Уже дельта может не писать, просто там отлично видит все это пишет, да? Минус гамма А плюс гамма В минус дельта, ну, и пополам. Так, и пополам дельта Фи. Так. Все равно здесь плохо написали. Вот это уравнение все равно плохо написано. Здесь по ним, смотрите внимательно, с этим вы правильно разобрались? Да, да, но мы дельту забыли. Нет, мы индексы здесь какие? Вот G у вас суммирован вот здесь идет. Да. Да? То есть здесь у вас какой индекс? Ну, здесь 5 К. Здесь К должен быть. Здесь К, здесь К и здесь К. Да. Да. Ага. То есть эти матрицы у вас идут просто как есть, а матрица аномальной размерности оператора, у нее индексы поменены. Она транспонирована, да. То есть она транспонирована, да. Да, и здесь, значит, у нас С. Вот. Ну просто можете, как Виктор Столбец, да? Да. С, МТ. То есть липсоновский коэффициент у нас получился, получилось свое уравнение длинного круга. Да, такое. Это уравнение длинного круга мы можем решить. Еще раз я его перепишу, потом видим. D по залогарифму μ, да, плюс V по функции D по D логарифму G, правильно? Плюс гамма А, плюс гамма В, минус гамма транспонированная. На C, как мы это обозначаем, G, да? G, M. И они являются функциями от в квадрате делить на мю в квадрате и все перенормировано от него. Равно на друг. А вот такое уравнение. Теперь давайте вспомним. Мы уже почти закончили. А когда у нас здесь стоят токи. Здесь ток и здесь ток. Да? То чему их аномальные размерности равны? Электромагнитный ток. Ну, чего? Мы рассчитали. Я говорю, что нам это пригодится еще. Помните, мы считали аномальную размерность, да, такого оператора C с чертой гамма C. Да? И она была чему равна? Говорили, что этот ток он связан с сохранением барионного числа, правильно? То есть сохраняющийся ток, следовательно, при перенормировке с ним что происходит? Кирилл, что с ним происходит? Сохраняется. Вот при перенормировке что? Изменяется. Ну что это значит? Аномальная. Аномальная размерность. Ноль. То есть наши операторы А, У, А и О, В, это есть токи, правильно? Два электромагнитных тока, у которых аномальные размерности нулевые здесь. Нулевые. Вот, получается, нам нужно решить такое уравнение. Вот у меня есть функция, которая зависит от μ и от g. Да? От μ и от g. И такое уравнение в частных производных первого порядка. Давайте, Кирилл, идите к доске и его решайте. Как оно будет решать? Через это через первые интегралы. Нет, нам характеристики, да? Да. Угу. Пишем уравнение характеристик. Так, то есть у нас на вот эти вот коэффициенты нам надо написать, что
То есть мы пишем, вводим некую переменную tau и пишем, что d логарифм mu под tau равно чему? Полное произведение. Под tau равно чему? Чему? Единица в данном коэффициенте. Дальше. D логарифм же под tau. Да. Это бета-функция. Это бета-функция, правильно. Дальше. И еще одно уравнение. И вот это вот тоже. Так, а вот это-то у нас же. А, там, соответственно, тоже там произвольно будет исказ. Мы можем перенести это в правую часть, да, здесь минус как раз. Да. Да? Поэтому это третий... неоднородное уравнение. Неоднородное уравнение. Да. А, да, у нас будет производная всей функции по детаву. Да, dc по детаву, Я не буду c индексы писать, лишь раз детей, да, я просто... Понимается. Вот это могут. В матричном виде, напишите сначала c, а потом гамма у нас. C на гамма у нас. Что-то транспонированное уже. Все. Дальше вот из делим все, что на первое уравнение, да? Ну да. Что получается? Ну вот это нам даст просто бета-функцию, по сути, определить, если мы вот это вот на это поделим. Ну поделите. Нам не просто бета-функцию даст, нам вот это же интегралка будет даст. Да, логарифм уже по логарифму. Да, равно бета-функция. А последнее уравнение во что приходит? dc по d логарифм μ равно вот это. Как мы в одной куче писали. Равно c на гамма. Гамма зависит от g от r, да? G перенормировали. И просто здесь подчеркнем. Отлично. Если мы интегрируем... Подойдите. Интегрируем второе уравнение, да? Что у нас получается? Вот бета-функция здесь, которая стоит, она зависит тоже от g от r, правильно? Но у нас получается зависимость g от v в конечном счете. Ну напишите, как вы ее интегрируете. Ну, сейчас напишу. Логарифм g. Вы должны отсюда, из этих двух уравнений, выразить константы интегрирования, правильно? Иметь эти характеристики. А, ну да. Все, вы можете написать выражение для константы интегрирования. А если бета-функция, это какая-то сложная функция, скажем, не однопетлевая, то как бы вы действовали? Как бы вы это уравнение решали? Разделение или нет? Ну да. Ну и напишите это. D логарифм g поделить на бета-функцию, интеграл. Да. Интеграл, да. А справа у вас перекрыл логарифм. Мюк в ноль какого-то. Мюк в ноль, да. Можно писать мюк к ку, например. Ку, да. И плюс. Что? Плюс константа. Плюс c1 какая-то. Константа интегрирования, правильно? Но мы ее можем в кузов гнать, в принципе. Вот вы ее в кузов загнали. Для удобства вы сюда поставили какое-то конкретное бинор, равное к нулю, правильно? Хорошо, вот это уравнение интегрирование. Это тут матричная какая-то, это экспонента. Экспонент какой-то. Да. Ну, пишите. Но раз это матрица, то у нас тут будет обратная матрица по d. Почему обратная? Какая обратная? А, ну. Ну уж правильно говорить, экспонентом будет. Да. Как нам будет? Ну c это же матрица у нас. C это не матрица, это комплекс. Точнее, строка. Строка, да. Строка это матрица, да? Да. То есть это нам тогда надо на c минус 1 тут домножить. Это... Четку c минус 1. C это строка. Да. Так, ну,
алгоритм c равно интегрант алгоритм 0 от g. Ну смотрите, Кирилл, у вас с точки зрения матричной записи, если это столбец, то здесь транспонированная матрица, здесь матрица c, правильно? А, ну да, правильно. Тогда у вас решение как записывается? Да. Ну. Ну и вот. Делитель на какой-то c0. Да. То есть c тогда чему равно? Интеграл откуда придет? И c чему равно? То есть помню шрифта. Да? Интеграл откуда придет? Ну, интеграл от мю какого-то, до мю какого-то идет. До некого мю. И от мю 0, которая соответствует вот этой c0. От какого-то мю 0. Да. Отсюда выражаем c чем равно. C равно. Так. Это будет c0. C0, да, на e в степени. Если вы c уже написали слева, то можно транспонированное не рисовать. Да? А, ну да. Если вы c написали справа, то транспонированное не рисовать. Да? Угу. Дальше у меня такие характеристики, как будет решение записываться. Решение это будет функция некая. Это будет функция вот от чего? Вот от этих вот констант. Угу. Как мы их назвали с вами? C и C1. Воли c1, правильно? И это равно нулю, верно? Да. То есть это решение, и это характеристика. Отсюда можем выразить c1, чему наоборот, c0 равен, да? Правильно? Да. c0, есть какая-то произвольная функция от c1, да? Пишем это соотношение. c0 это что такое? C на e в степени минус вот это. Да, да. Угу. А я тогда быстро пишу, то неразборчиво получается. Равно произвольной функции от интеграл логарифма. Ага. Или на бета? Логарифм. Так. Минус логарифм на бета. Угу. Ну вот. Все, отсюда пишем, чему равно c. То есть наше c, да, равно. Функция вот от этого. Произвольная функция. Значит, что мне стоит? Смотрите внимательно. Вот, погодите секунду. Вот это что такое? Mm. Как это можно обозвать? Вот если, бы, если бета-функцию подставить уже. Вот да. Если бета-функция была у нас, бета-функция была однопетлевая, то отойдите немножко. То вот этот d-логарифм g делить на b интеграл, это что такое было? То есть это был интеграл d логарифм g, а бета-функция была, что там, минус бета 0, g квадрат, 4π в квадрате. Помните такое? Ну да. Угу. И логарифм тоже, логарифмическая зависимость. Угу. Знаменитый. То есть это что даст? Ну, отношение... Единица на g в квадрате, правильно? Ну да. Единица на g в квадрате. Минус вот этот логарифм, правильно? Да.
Перепишем как единица на жертв в квадрате. Перепишем как единица на жертв в квадрате. Да нет, я просто хотел сказать, что то, что здесь стоит, это есть просто новая функция. Новая функция от. Смотрите. Это есть новая f от g перенормированная в точке. В точке μ. То есть то, что здесь стоит, это просто функция от g перенормированного, правильно? Согласны? Вот логарифм μ делить на по это g перенормированное. Можно выразить через g перенормированное. И вот это тоже это g перенормированное. Правильно? То есть все вместе это функция g перенормированного в точке μ. Да? А как множителем что стоит? Я в степени. Давайте от интегрирования по логарифму μ перейдем к интегрированию по логарифму g. G логарифм g по d логарифм μ, так это функция. Это функция, да. То есть будет d логарифм g. D логарифм g. Поделить на бета-функцию, правильно? Бета-функцию. И умножить на аномальную разгадку. Да. Покрупнее пишите, посильнее давите. Отлично. Вот приближаемся к нашему концу, где здесь у меня стоит верхним пределом стоит μ, нижним неким μ0. Да? То есть мы зависимость от μ фактически нашли. А что здесь такое стоит? Видите, бета-функция, ну как ее записывали, это есть минус бета 0 g в квадрат на 4 пи в квадрате. Понятно? Так вот, да? Или без минуса? Без минуса, да? Без минуса. А гамма, мы так напишем, минус а 0 g в квадрате на 4 π в квадрате. В однопетлевом приближении мы бета 0 и а 0 знали с вами. Да? Тогда гамма поделить на бета, это что такое будет? Гамма поделить на бета. Ну, минус 1 на бета 0. Минус 1 на бета 0. Ну вот давайте этот экспонент перепишем, что такое. Пишите. Логарифм g. Минус 1 на бета 0. Минус 1 на бета 0. Ага, минус 1 на бета 0. D логарифм g, если умножить на 2 и поделить на 2, то будет d логарифм альфа s, правильно? Ну да. Поделить на 2. И при взятии интеграла во что это придется? Альфа s от μ. Альфа s от μ. На альфа s от μ0. Альфа s от μ0, да? Угу. Все в степени. Минус а0 на 2 бета 0. Минус а0 на 2 бета 0. Знакомый? Может это? Ну да. Мы же аналогично массу получили еще там много. Давайте там все закрыть и красивым почерком ответы пишите. Как выглядит вот это соотношение ваше? То есть зависимость от q квадрата у нас, да? То есть мы должны биться в коэффициенте вместо μ подставить q в квадрате. Да? Вместо μ подставить q в квадрате. А здесь вот какой-то μ0 будет, да, у нас? Здесь μ0, и, соответственно, здесь тоже μ0. μ0 напишите, чтобы не путались с этим μ, который бегает. А c это у нас будет f от g перенормированное. Здесь будет f от g перенормированное, да.
Вот, нет, аргумент напишите. Аргумент. Нет, не мю. Еще раз. Я сюда подставляю в эту функцию, вместо мю подставляю. Да. Мю. Да? Да. Угу. То есть q в квадрате. От q в квадрате, да. На е, вот на этом вот, да, соотношение. У. А на Q? Показе. Да. На альфа с плюс 0 сколько? На альфа с плюс 0, да. Минус 1 на 2 плюс 1. Угу. О. А что такое биноль? Какой оно смысл имеет, биноль? Биноль — это есть некий ваш мягкий масштаб, да, которым определяется вот этот матричный элемент. Да? То есть который не перфорбативный? Перфорбативный, да. То есть вы берете от вашего оператора, перенормированного в точке μ0, берете матричный элемент от, скажем, протонов. Да? Протонов. И в качестве μ0 вы должны в этом матричном элементе, чтобы у вас не было к нему жестких поправок, в качестве μ0 брать что-то порядка лямбда КХД, да? Порядка массы протона. Порядка массы протона. Вы могли сказать, нет, я миноль хочу перенормированный оператор взять не в лямбде КХД, не в лямбда КХД, а в какой-то при очень большой энергии. Да? Казалось бы, вы имеете право это делать. Все равно ваш пертурбативный, ваш матричный элемент, который вы будете считать, он не пертурбативный, потому что вы там протонная волновая функция. Она мягкая, то есть там взаимодействие, многоклеонное и так далее, да? Но у вас к этому матричному элементу возникнет вот такая поправка от жестких глионов, да? От вашего большого масштаба, да, некого мягкого масштаба лямбда КХД, да? То есть мы можем, у нас есть две стратегии, как рассматривать вот это соотношение. Мы можем взять μ, давайте здесь тоже напишем μ0. Миноль взять порядка лямбда КХД, да, тогда от матричного элемента вот эта величина не будет в себе содержать жестких поправок. Она целиком мягкая. Да, вот. То есть вся зависимость от q квадрата будет сидеть здесь. А могли наоборот сказать, у нас q квадрат же большой, правильно? Могли миноль взять равным q квадрат. Q квадрат. Правильно? Тогда у вас вот эта штука, она... Здесь будет единичка просто, да, зависимость. Зато зависимость от q квадрата, она перейдет в матричный элемент. Матричный элемент, и через эволюцию предполагаемого матричного элемента у вас снова возникнет вот этого экспонента. Да? Понимаете, два разных типа. Мы работали в первой схеме, где у меня вся зависимость от q сидит вот здесь, вот, а мягкий масштаб у меня сидит в матричном элементе. Да? Можно было сделать наоборот, то есть перекинуть зависимость от квадрата из вильсоновского коэффициента в жесткие поправки к матричному элементу. То есть это две стороны одной и той же медали. Вот мы с вами что получили в конечном счете? Получили, что моменты структурных функций, да, определяются, когда мы так записали, не в матричном виде, мы подразумевали, что здесь никакого смешивания нет. Ну, когда я здесь написал, просто гамма, это есть не матрица, а ноль, да? То есть вот это выражение, простое выражение, оно для несингретных моментов, правильно? Если мы будем брать сингретные моменты, то здесь будет две такие экспоненты, да, как мы на прошлом семинаре писали. То есть вот мы таким образом связали с вами моменты структурных функций с аномальными размерностями наших операторов. Схеме, другой схеме, то есть схеме операторного размножения. Получили тот же самый результат. На этом давайте на сегодня закончим. А вопрос можно? Да, не, да, организационный.